Интересно, у меня двоится в глазах или не двоится? Начинаем обзор распаковки. Мультиварка Redmond 45011. Приступим. Передаю камеру оператору. Сегодня у меня оператор. Вуаля. Это уходит к владельцу. А это мы посмотрим. Сколько весит? Ну, примерно 5 кг, наверное, весит. 34 программы, 16 автоматических, 18 ручной настройки. Эффект русской печи, 3D нагрев, 120 рецептов, книга в подарок. 2 года гарантии. Модель 45011. Вот такая. 5 литров, 860 ватт потребления. Красивая коробка. Очень много блюд, которые можно сделать с ее помощью. У наших друзей 4502 модель, она очень хвалит ее. Эта модель идентична по характеристикам модели 4502, как нам сказали. Может, мы ошибаемся. Итак, что у нас внутри? Вот. Эту модель мы купили за 3000 рублей по акции. Вот такая книжка рецептов. И руководство по эксплуатации. Ну, здесь все как обычно, описание программ. Даже йогурт есть, приготовление фондю, овощи на пару, мясо на пару, рыба на пару, жарка овощей, жарка мяса, жарка рыбы, тушение, варка экспресс, варка обычная, варка каши, паста, суп, выпечка, мультиповар, 7 ручных настроек. Функция отложенный старт, функция поддержания температуры готовых блюд, автоподогрев, функция разогрева блюд, общие рекомендации. Ну, короче, тут надо разбираться. Очень подробная инструкция, что нужно делать перед первым включением. Рекомендации по приготовлению. Программы все описаны. Вот. Программа суп. Мультиповар, приготовление йогурта, расстойка теста. Вот, нам рассказывали, что и приносили неоднократно торт, который шарлотка называется. Очень вкусный, вот такой высоты получается. Так, что тут у нас еще есть? Пастеризация. Ну ладно. Так, это убираем. Это книжка рецептов. 120 рецептов. Такая красочная книжка. Ну, здесь реклама других моделей идет. 3D нагрев. Это означает боковой, нижний. Интересно, я думал еще в крышке. Верхний нагревательный элемент написано. В крышке тоже есть элемент. Так, щипцы. Это уже и опция идет дополнительно. Дополнительно. Такие красивые у нас картинки с продуктами. Подробно описано, как готовятся каши. Супы, крем-суп, манты, пельмени можно варить, рагу с мясом, свинина со сливками, свиные отбивные, рулет, голубцы можно плов делать, люля-кебаб, спагетти с фаршем, куриные ножки под сыром, курица со сливками, куриные крылышки, перцы фаршированные, сырная индейка, семга под ореховой корочкой. Ничего себе, смотри, семга и орехи сверху.
круто. Гуляш по-среднеземноморски. Кальмары в сметане, картофель с шампиньонами. Ну, короче, по этой книжке можно отдельное видео делать. Так, наконец-то, товарищи, мы дошли до самого важного. Это, собственно, сама мультиварка. Сейчас мы ее достанем. Это мы уберем. Подальше. Чтобы нам не мешалось. Итак, что мы видим? Вот такая мультиварка. Кстати, дисплей светится. Вот ее в магазине мы включали один раз, проверяли. И все, она теперь, заряд какой-то есть. Он теперь светится постоянно. Время, установка времени, отложенный старт, поддержание тепла, меню, старт, температура, вид продукта, варка. Кнопки под защитной пленкой, чтобы туда не попала никакая жидкость. Тут из нержавейки белая, здесь какая-то штучка открывается. Кратенько реклама блюд. Провод сетевое питание, куда включается. Это ножки красивые. Почему-то здесь есть ножки, а здесь нет. Интересно. Сэкономили на штырьках. Так. Так вот открывается крышка. Здесь у нас причиндалы завязаны. Все. Короче, здесь две ложки. Что, откроем? Посмотрим. Не будем. Ну, короче, вот две ложки и стаканчик, наверное, еще какая-то штучка, чтобы, наверное, ложки вешать или еще что-то делать. Сетевой провод такой, как у компьютера, с защитным заземлением. Это чашка для приготовления на пару. Такая. Нам сказали, в модели 4502 еще входит фритюрница, сеточка для фритюра. Это чаша для приготовления пищи с тефлоновым покрытием, очевидно. У них на сайте есть еще с керамическим покрытием. Вот некоторые хозяйки покупают несколько чашек. С керамическим стоит 1000, с тефлоновым, не помню, рублей 400-500 стоит. Вот внутренности. Видно, нижний нагревательный элемент стоит. Это какая-то подпорка. И здесь железное покрытие. Здесь резиновое уплотнение из силиконовой резины тоненькой. Этот паровой клапан стоит. Вот. Так. Смотрим, зеркало. Можно показать еще крышку. Здесь вот есть паровой клапан. Он снимается, моется. Здесь вот так вот снимается. Вот сюда накапливается вода. Ее надо будет иногда капельки мыть, убирать. Хотя здесь клапанок резиновый стоит. Она сама туда капает обратно в кастрюльку. Так, закрою. И на место. Ну вот, дорогие друзья, вот такая вот мультиварка Redmond RMC M45011. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.